Ознакомьтесь с вашими миссиями. У тебя самое лучшее. Защита 8-летнего ребенка, чьи родители находятся в командировке по делам? А у меня что, самое плохое? Это что, защитить любовь? Для свидания теперь нужен телохранитель? Миссии огненного щита продолжаются до тех пор, пока клиенты нуждаются в защите, понятно? Жалящая пчела? Защита женщины, собирающейся развестись. Защита 15-летней богатой девочки. 15-летней! У меня хуже всех, не нойте! Защита выигравшего в лотерею. Что это за миссия такая? Не жалуйся. Распределение миссии вполне понятно. Вы распределяете миссии, исходя из своих симпатий. Именно.